На одной площадке и дети, и взрослые. От команд детсадовцев и их родителей испытания Форт Боярда потребовали не только хорошей физической подготовки, но еще и выдержки и отличной координации. Собственно, это участники и продемонстрировали. Не обошлось и без так хорошо всем знакомого старца Фуры, чьи загадки пришлось разгадывать командам участников. Как они рассказывают, игра очень понравилась и уже готовы к следующей. Мы принимали участие в данном мероприятии, в данном варианте. Наши впечатления исключительно хорошие. Детям очень понравилось наравне со взрослыми. Как будто сами опустились до уровня 4-5-7 лет. Очень счастливы, хотим в следующий раз еще раз поучаствовать. Примечательно то, что задания были разработаны с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, рассказывают организаторы. В данном мероприятии принимали участие 4 детских сада 28, 46, 11 и детский сад номер 8. Форт Боярд – это замечательная игра, которая полюбилась не только детям, но и взрослым. Все участники проходили испытания, побывали в комнате страха, побывали на полосе препятствий, где необходимо выполнить было ряд определенных заданий. За каждое выполненное задание участники получали ключи, которые в дальнейшем обменяли на подсказки. В конце участникам торжественно вручили грамоты. Довольны мероприятием остались все. Денис Шабуров по материалам детского сада номер 11, телекомпания «Канск», 5-й канал.